Представляем статью Дарьи Асламовой в газете «Комсомольская правда». Как Россия проспала революцию в Армении? Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова побывала в стране, недавно пережившей неожиданную никем в мире смену власти. Часть первая. Дарья Асламова увидела, что многие в Армении до сих пор относятся к России с уважением и дружбой. В августе Ереван пустеет. Состоятельные граждане уезжают за границу в грузинский Батуми. Кто победнее, едет к родственникам в деревню. В полупустых уличных кафешках молодежь играет в нарды и потягивает холодное белое вино из кувшинов. Люди посолиднее сидят в отдельных кабинетах домашних ресторанчиков и пьют русскую водку. Никогда не видел армянина, пьющего армянский коньяк. Несмотря на летнее затишье, вся страна кипит от возбуждения. Аресты каждый день, задержания, конфискация имущества. Наконец-то есть на свете справедливость. Люди охвачены жаждой мести. Прижали к ногтю коррумпированных чиновников, грабивших страну 20 лет. Ликование и эйфория. Арестован родной племянник бывшего президента Сержа Саргисяна по обвинению в попытке убийства. Второй племянник находится в розыске по делу о наркотиках. Под следствием оказались и оба родных брата Саргисяна. Сашек 50%, так его называли за откаты от любого крупного бизнеса. И Ливон, посол по особым поручениям МИД, схватили генерала Манвела Григоряна, кличка Тушенка. Его обвиняют в краже консервов и медикаментов для солдат армии Нагорного Карабаха во время апрельской войны с Азербайджаном 2016 года. Взяли главу личной охраны Саргисяна, на руках у которого оказалось то ли 2, то ли 3 миллиона долларов. И это в стране, где молодой провинциальный врач получает зарплату чуть больше 100 долларов. Ушли мэры Еревана, уволили десятки руководителей силовых ведомств. Многие сами подали в отставку и ждут звонка в дверь. Все разговоры только о том, а почему такой-то еще не сидит? Никол Пашинян стал премьером, ничего не изменилось, но улица рада. Май 2018 года. Yerçanik, yer geçecek. Sonra kan çınca vuracağını iskimam edin.
Душа напит. Духов! Спросите любого торговца на рынке, таксиста или официанта, и вам дружно скажут, что Армения впереди планеты всей, что в стране самый честный премьер-министр на свете Никол Пашинян, что армяне совершили самую нежную, самую бархатную революцию в мире без единого выстрела, и подвиг их войдет в анналы истории. Народ на Пашиняна просто молится. С пеной у рта доказывали мне большинство моих друзей. Он для них бог. Он избавил их от многолетнего ига. Это Робеспьер без гильотины. Он молодой, честный, принципиальный, бессеребренник. Он сидел в тюрьме за свои убеждения. У него чистые руки. Он послал единственного сына служить на Горный Карабах, на переднюю линию фронта. За него выступает 90% населения. И Россия должна это понимать. Армения и Ереван, сторонники избранного премьера-министра Армении Никола Пашиняна, празднуют победу на площади республики. Далее. Почему мы проспали эту революцию? Собственно, не мы одни, все проспали. Даже американское посольство, второе по величине в мире, по статистике, на 1200 армян приходится один американский посольский работник. А вот Россия держит в стратегически важной для нас стране всего 19 дипломатов. Еще в начале весны в Армении царила тотальная апатия. Но власти совершили две роковые ошибки. Президент Серж Саргсян, клятвенно обещавший народу, что больше двух сроков сидеть не будет, решил продлить свою власть, поменяв конституцию и выдвинув свою кандидатуру в премьер-министры. Второй ошибкой стал арест Никола Пашиняна. Был расчет на то, что после задержания лидера протестов масса наивных студентов рассосется сама собой. А получилось наоборот. Это озлобило нейтральных граждан. На следующий день на площади Свободы пришло в два раза больше человек. Вышли те, кому нечего терять. Молодежь, клерки, мелкие бизнесмены. Когда заканчивается день, начинается свобода. Сложилась та самая ситуация, когда верхи не могут не разгонять же силой 100 тысяч человек, а низы не хотят. Подпись. Был расчет на то, что после задержания лидера протестов масса рассосется сама собой. Если вам кто-нибудь в Ереване скажет, что он предвидел революцию, можете смело назвать этого человека вруном, говорит политтехнолог Карен Качарян. Это была полная неожиданность для всех, даже для западников. Да, 30% населения Армении официально живут в нищете, неофициально почти 50%. Но они так живут уже лет 20. Все говорили, однажды полыхнет, но когда? Россия за событиями в Армении наблюдала холодно, но сдержанно и блюла нейтралитет. События в Армении – внутреннее дело самой Армении, твердил наш МИД. За этим крылся определенный расчет, что на смену надоевшему всем Саргсяну придет бывший премьер-министр Карен Карапетян. Умница, талантливый управленец и человек «Газпрома». Но и тут мы просчитались. Народ Армении решительно хотел видеть у власти только новых людей. Россия десятилетиями применяет против бывших республик топорную силу, говорит политтехнолог Карен Качарян. Она никогда не работает с оппозицией, с гражданскими активистами, а только с людьми власти, ненавидимыми в обществе, чей рейтинг, по словам ваших же российских офицеров, 0,1. Откуда эта слепота в вашей дипломатии? Не знаю, необъяснимо. Ведь и во власти были порядочные, нормальные люди, с кем можно было сотрудничать. Так нет же. Не важно, что за сволочь сидит наверху, но говорить русские будут только с ним. Американцы в 100 раз гибче. И это вечное ваше выражение, куда они денутся с подводной лодки. Про Украину и Грузию все тоже так говорили, а ведь они убежали от злости
И еще меня изумляет, когда русские твердят: Пашинян неожиданный для нас человек. Ну какой же неожиданный? Он опытный борец, больше 10 лет в политике. Вся Армения его знает. А если Россия такого человека не знает, то это ее проблемы. Русским не хватает тонкости и понимания местного менталитета. Чем меньше страна, тем она обидчивее. Вот, к примеру, Москва десятилетиями твердит: Армения – русский форпост на Кавказе. Ереван ждет победы Николы Пашиняна май 2018 года. Подпись к видео. Площадь революции, я так понимаю. Ну, тут площадь республики. Что же здесь обидного? Развожу я руками. Я думал, это комплимент, высокая степень доверия. Это вам так кажется, а люди здесь просто бесятся, когда слышат это выражение. Мы что, губерния России или независимая страна? Да, мы союзники, но мы же не говорим, что Россия форпост Армении на Западе. Я понимаю, что размеры несопоставимы, смеется Карен. Но люди-то мы самолюбивые, восточные, даже мелкие обиды помним десятилетиями. А сколько, по-вашему, продержится Пашинян? Его рейтинг просто зашкаливает. Кредита доверия хватит как минимум на год. Уж до зимы точно. Вот зимой в Армении всегда трудно. Нужно платить за свет, газ, отопление. У нас пока вдоволь зрелищ, арестов, чисток, скандалов, а вот хлеба пока нет. Подпись к фото. В Армении сейчас вдоволь зрелищ, арестов, чисток, скандалов, а вот хлеба пока нет. Продолжаем. Где же брать хлеб? Армяне в бизнесе отличаются крайним прагматизмом и отлично умеют считать деньги. Но когда речь идет о перспективах, их тут же заносит. Это просто жизнь в розовом цвете. Поэтому я специально просила местных друзей найти мне трезвомыслящего экономиста, человека, скажем, без иллюзий. И нашли профессора университета Атома Маркаряна. Я вежливо выслушала его лекцию о либеральной дикой реформации общества в 90-х годах, о процессе олигархизации в 2000-е годы. Словом, все как у нас. И о том, что Армения наконец нашла свой собственный путь, не представительный, а прямой демократии, создав власть, подотчетную обществу. Дальше я услышала удивительные вещи. У меня нет ни малейшего сомнения, что Армения – это будущий Сингапур или будущий Израиль. Здесь будет самая конкурентная среда для инвестиций. И сюда придут бизнесмены со своими деньгами. Армения способна генерировать биотехнологии, медицинские, электронные технологии, а также создавать суперсовременное оружие. Главное – вотум доверия общества. Москва десятилетиями твердит: Армения – русский форпост на Кавказе. Совершенно ошеломленная, я пролепетала: но за счет чего? За счет уникального человеческого ресурса. У нас качественные, креативные люди, способные создать технологии в сжатые сроки. А в других странах, по-вашему, нет талантливой, образованной молодежи? Таких, как в Армении, нет. Возьмите хотя бы азербайджанцев. Они могут только выращивать помидоры, но не могут создавать высокие технологии. Да, они получают большие доходы от нефти, но я им глубоко сочувствую. У них нет качественного человеческого ресурса. Кто строил Баку? Армяне, русские, украинцы. В советские времена Армения была силиконовой долиной. Но за 20 лет у вас произошла серьезная деградация образования. Вы отстали лет на 100. Богатые страны вкладывают огромные финансовые ресурсы в развитие технологий. И потом Сингапур и Израиль, на которые вы ссылаетесь, морские державы. А вы сидите в транспортном мешке. Вам очень не повезло с географией. Кто
кто же будет сюда вкладывать деньги? Ответ. Наша огромная диаспора. Вопрос. Но ведь она тоже умеет считать деньги. И что-то я не вижу, чтобы зарубежные армяне сильно беспокоились о вас последние десятилетия. Ответ. Потому что у нас была коррупция. Если убрать взятки и коррупцию, это 15% ВВП. За счет диаспоры мы сможем сделать мощный и качественный рывок. Мы серьезно изменим и нашу внешнюю политику, которая станет комплементарной и сбалансированной. Мы можем стать плацдармом для трехстороннего сотрудничества между Америкой, Россией и Ираном. Я не верю своим ушам. Вопрос. Вы вообще в курсе, что Америка упорно сколачивает антииранскую коалицию? Ответ. Никакой войны не будет, отмахивается господин Маркарян. Война – это безумие, учитывая современный уровень вооружений. Я замечаю, что этим безумием охвачен Ближний Восток и Азия, но такие мелочи моего собеседника не волнуют. «Выпьем же за правду и развитие!» – восклицает он. «Выпили!» «Если так рассуждает реалист, то что же говорят оптимисты?» – подумала я. «Боже, помоги Армении!» – подпись к снимку. «У многих армян еще сильно чувство уважения и дружбы с Россией. Но растет и число тех, кто считает, что отношения с Москвой себя изжили и нужно создавать крепкий союз с Западом». Продолжаем. Кадровая неразбериха. У военного аналитика и создателя сайта «Разм.Инфо» Карина Фартанисяна серьезные проблемы. В 2015 году сайт заключил договор с российской базой о мониторинге местных социальных сетей и медиа. Это были еженедельные сводки из доступных источников, объясняет Карин. Никаких секретов тут не было. Все наши отчеты выкладываются в открытом доступе. Более того, договор с российской базой закончился в 2016 году. Но теперь местные блогеры проснулись и обвиняют нас чуть ли не в шпионаже на русских. Есть активные группы, которые работают против российской пропаганды в Армении, которым США и Европа выделяют огромные средства. Борьба с российской пропагандой – это модно, это престижно. Те же организации ведут пацифистскую пропаганду против вооруженных сил Армении, пытаясь деморализовать молодежь. Это то, что делали в этом году, разваливали фронт. Мол, Карабах – это важно, но ведь люди гибнут, а Азербайджан резко ограничил пацифистскую пропаганду. Вот раньше приходил Грант из Англии на работу с гражданским обществом «Во имя мира». Была половина денег нам, половина азербайджанцам. Те это дело быстро прекратили. А после апрельской войны 2016 года, когда за 4 дня было убито 105 армян, в обществе сложился консенсус. Договориться с Азербайджаном просто не о чем. Даже Пашинян вместе с активистами поехал на фронт рыть окопы. Вопрос. А я... Помню, как 5 лет назад жена Пашиняна, нынешняя первая леди, журналистка Анна Акопян, говорила мне, что нерешенная проблема Карабаха выгодна только России. А вот если бы армяне пошли в Европу, то решили эту проблему по-европейски. Как, например, Финляндия и Швеция уладили вопрос Аландских островов. Официальная территория Финляндии, но де-факто шведская автономия со своими законами и шведским языком. На что я ей ответила, что Азербайджан был бы в восторге от такого решения. Зачем же дело стало? Ответ. То, что говорят люди в оппозиции, и то, что они говорят, придя к власти, это небо и земля. И никто сейчас не рискнет предложить сдать Карабах. А у наших людей, к сожалению, вообще инфантильные представления о реальности. Им 10 лет на полном серьезе рассказывали, что жизнь в Сомали лучше, чем в Армении. Был у нас даже такой правозащитник, прекрасно жил на гранты, путешествовал по Европе и вел записки из концлагеря. Дошел, кажется, до 300-й записки. Вы смеетесь? А люди верили. Разумеется, у нас было много негативных явлений, но свобода слова перешагивала все границы.
Можно было спокойно оклеветать кого угодно, но никто не желал связываться с судами. Пропаганда против элит шла десятилетиями. Это и стало причиной народного взрыва. Во время революции были обещания, что на следующий день после победы инвесторы кинутся в Армению толпами. Будут новые рабочие места. А я спрашиваю, откуда? Во внешнеполитической плане власть очень слаба. Проблема в крайней неопытности. Но не может 30-летний человек, руководивший 10 подчиненными, вдруг управлять министерством. А у нас есть даже 27-летний министр диаспоры. Как он будет разговаривать с богатейшими и влиятельными людьми планеты? Раньше люди одним звонком могли решить вопрос с Кремлем. А сейчас сидят чиновники, которые даже не знают, кому звонить. У них просто нет телефонных номеров. Даже если они позвонят, дальше секретарши, они не пройдут. Новой власти еще повезло, что старая власть построила крепкий госаппарат. Бюрократический, в хорошем смысле слова. Силовые структуры в принципе работают, как работали. Но у них правая рука не ведает, что творит левая. ССС, специальная следственная служба, арестовала генерального секретаря ОДКБ, Организация договора о коллективной безопасности, Хачатурова, даже не проконсультировавшись с армянским МИДом. И Россия, разумеется, пришла в ярость. Дарья Асламова говорит, и это объяснимо, замечаю я. Армения выдвигает на пост генерального секретаря своего человека, и его утверждают. Но то, что в Армении произошла революция, это ее внутреннее дело, а не проблема ОДКБ. Мало ли сколько у вас тут будет революций. Сначала отзовите своего человека по всем правилам. Но объявлять на весь мир генсека ОДКБ, которого вы сами же предложили уголовникам, это оскорбление. Ответ. Согласен, наши новые министры слишком много сидят в Фейсбуке. Им некогда, хотя страна, по их словам, находится на краю бездны. У меня возникает вопрос. Когда же они работают? Фейсбук – это односторонняя, ни к чему не обязывающая коммуникация. Раньше по закону ты мог отправить письмо с жалобой и через 5 рабочих дней получить ответ. Все эти механизмы сейчас не работают. С одной стороны, в Армении острый кадровый голод, с другой стороны, настоящие кадровые погромы. Статья Дарьи Асламовой в «Комсомольской правде. Как Россия проспала революцию в Армении». Часть первая.